Сегодня мусульмане всего мира отмечают один из главных исламских праздников – Идаль-Адха, праздник жертвоприношения или Курбан-Байрам. Курбан-Байрам является завершающей частью хаджа, ежегодного паломничества мусульман в Мекку. Отмечают его 3 дня. С раннего утра мечети Ульяновска полны. Сотни верующих пришли на праздничную молитву. Среди почетных гостей в мечети Заволжского района глава региона. Сергей Морозов поздравил собравшихся мусульман. Поздравить всех с этим великим светлым праздником Курбан-Байрам и пожелать каждому из вас, пожелать вашей семье, пожелать всей Ульяновской области, а значит всей России одного – счастья. Счастье жить без войны, счастье жить в мире согласия, счастье жить здоровыми, счастье иметь как можно больше детей и счастье иметь возможность реализовывать свои самые смелые мечты. Перед началом праздничной молитвы проповедь. В ней цитаты из священного Корана. Сегодня они касаются праздника. История Курбан-Байрам началась в далекие времена, когда Ибрагим должен был отдать в жертву своего сына. Аллах оценил такую преданность и веру, и ему заменил жертвоприношение на бараны. После проповеди призыв на праздничную молитву. После молитвы мусульмане обычно идут на кладбище молиться за умерших. И только после этого приступают к жертвенному обряду. Для принесения жертвы верующие специально откармливают выбранное животное. Лилиана Рахматульна, Юрий Конехин. Новости Ульяновской правды.